Боже, красиво очень. Церковь. Я как в снегу. Вид на Контрактовую площадь. Красота. Тут теперь главное не упасть. Какая тут красота, автентика и романтика. Вот это вот, друзья, Кокаревская беседка. Их две вообще-то. Она находится возле Андреевской церкви на Андреевском спуске. Видите, рядом. В 1863 году меценат, имени которого она и названа, выделил деньги. Но на 33 года их забыли в банке. Потом вспомнили и построили. Вот такие честные люди были. Не то, что сейчас. Сейчас бы, может быть, и не построили. Ну, такое. Короче, ни одно доброе дело не остается незамеченным. 100 с лишним лет беседка стоит, как зайчик. Посмотрите, какие красивые беседки, кованые. А вид из них еще лучше. Кто давно не был в Киеве, вот обновленная аллея. Она такая длинная, вон аж туда тянется. Туда, туда, туда. И сюда. Обновленная аллея художников. Здесь даже вот кто-то выставился. И здесь добавился вот этот вот терраса с этой стороны аллеи. Ее не было. Вот художники выставляются даже в такую пору. Только не очень много. Даже здесь. Раньше можно было ходить только здесь. А вот теперь терраска за этой штукой есть. И очень красивые картины. Смотрите, какие виды открываются на Подол. Какая терраса большая. Вся она из доски. Я думаю, это террасная доска. Может быть, покрыта чем-то. Вот, какая огроменная терраса. Просто очень классно. Лавочки. И кто не был давно, вот сделана лестница. Уже, наверное, 100 раз ее увидели. В эту сторону церкви жемчужины Андреевской. Вот такая вот удобная лестница, которая удобно подсвечивается. О, Боже, красиво очень. Церковь. Я как в снегу. Вот вид на Контрактовую площадь. Красота. Все в снегу. Вот это вот Контрактовая площадь. Красота. Да, все в снегу. Все в снегу. Еще чуть-чуть Нового года. О, мама мия. Антиквариат. Тут теперь главное не упасть. Какая тут красота, автентика и романтика. Улица Воздвиженская, друзья. Кто не был никогда, побывайте. Здесь красиво, атмосферно. Похоже на какой-то старый город. Часть домов старые, а часть домов новые. Сейчас кто-то скажет, как в Европе. Ну а Украина это и есть Европа, друзья. Воздвиженска артхаус. Вот маленькая площадь. Красивенная. Горы рядом. Полунины. Такая площадь. Обнесли почему-то площадь забором. Наверное, будут делать красивый парк. Прям какой-то
Реально старинный городок. Разноцветные. Весь снег. Вот такая красота, друзья. Чинстор. Да, вот здесь погулять, если вы приехали в Киев, можно даже и летом, и зимой. Потому что здесь просто впечатлений наберетесь. Увидите красивые домики. Вот какие. О, вообще. А, вот это знаменитый дом зеленый. Не знаю, конечно, кому он принадлежит, но... Жилой он, не жилой. А вот это что-то совсем современное. Подпорные стенки. А вот старенький домик, который можно отреставрировать или на его месте построить что-то новое.